На мир посмотреть и себя показать. 5 сурикатов дебютировали в австралийском парке дикой природы. Малыши появились на свет несколько недель назад и стремительно завоевали любовь всех сотрудников зверинца. Детеныши пока не отходят далеко от своих родителей, но и с людьми с удовольствием общаются. В начале октября с ними смогли познакомиться посетители парка. Пол малышей еще не определили, поэтому и имен у них пока нет. Ареал обитания сурикатов – южная часть африканского континента. По данным Международного союза охраны природы, будущее вида на данный момент не вызывает опасений. Популярность этим животным принес диснеевский мультфильм «Король лев». Сурикат Тимон был одним из двух лучших друзей главного героя Симбы.